2016 года я по старой своей доброй традиции провожаю уходящий год на моем любимом учебном полигоне, который вы смогли опознать, вот Павлу Сентрову, жаренькая красная рань. Год, конечно же, был тяжелым. Год 2016 по-своему был тяжелым. Я его начинал как безработный человек, потеряв хорошую работу относительно подоходу. Пришлось возвращаться на старую работу, менее подходную, не бросил дело. Ну и, конечно, проекты не получили должное финансирование в связи с таким проблемами. Я думаю, много всяких событий у вас тоже произошло. Видел, как некоторые себя освоили новые направления в своем творчестве. Я тоже построил, поменял подход к своим проектам, к своим действиям. В 2016 году я не купил ни одного билета в коллекцию по понятным причинам, финансов. И по второй причине уже и так много. Спасибо всем, кто был со мной в 2016 году. Огромный вот такой вот респект тем, кто не бросил свое дело, не сдал вот эти вот каракатицы, как некоторые говорят, металлолом, решил все-таки дыхать вторую жизнь. Я желаю всем вам удачи в вашем деле, не терять вдохновение, найти меценат, спонсора, инвестора, в общем, человек, которому понравится ваше творчество. А главное, понимание и правду со стороны близких. С Новым годом вас! Пока!